За 5 лет существования в муниципалитете отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов число членов организации возросло до 70 человек. Все вместе они решают насущные вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства. Плодотворное взаимодействие с местной властью и представителями коммунальных служб очевидно. Ассоциация – это такая команда, сплоченных людей, которые заняты тем делом, которое им нравится по душе. Несмотря на то, что семья, работа, да, какое-то хобби, ассоциация – это, скажем так, уже даже смысл жизни. Форум «Управдом» – одна из составляющих работы ассоциации. Причем очень важная, ведь на форумах всегда присутствуют представители власти, сотрудники организации жилищно-коммунального хозяйства, жители и в формате «Вопрос-ответ» открыто обсуждаются темы благоустройства. Основные вопросы – это, естественно, те, что волнуют жителей. Мы предварительно собрались и обговорили эти вопросы, и потом согласовали с управлением ЖКХ. Прежде всего, это работа рекоператора, раздельный сбор твердокоммунальных отходов. Второй вопрос касается фонда капитального ремонта. Потому что, вот знаете, сейчас у нас центральная часть благоустраивается, в том числе фасадные работы ведутся. Есть у нас некоторые вопросы в этом процессе, есть замечания, поэтому мы хотим поподробнее обсудить. Еще один вопрос повестки – подготовка к зиме. Уборка территорий от снега и наледи. По словам директора Дорсервиса Дмитрия Полежаева, готовиться к холодам сотрудники организации начали еще летом. Поэтому техника и рабочие давно готовы к самым суровым снегопадам. Обслужили, подготовили к зиме и закупили новые техники. Закупили довольно большое количество малой механизации, обновили парк. Заготовили противогололедных материалов на всю зиму. Значит, у нас около 12 тысяч тонн пескосоляной смеси и почти 900 тонн реагентов. Еще одна сложившаяся традиция форума «Управдом» – присутствие главы Ленинского района. К Валерию Венцелю, как и к остальным спикерам, гости свободно могут обратиться со своими вопросами. Форумы «Управдом» и вот такие площадки для обсуждения очень востребованы. И востребованы не только руководителями управляющих компаний, которых у нас на территории 38, но еще и, собственно говоря, востребованы жителями. Как практика показывает, на этих площадках, на этих форумах у нас присутствуют все те, кто в первую очередь заинтересован, чтобы все 961 дом, чтобы они обслуживались и содержались надлежащим образом. По итогам работы в 2019 году глава муниципалитета наградил самых активных членов ассоциации почетными медалями к 90-летию Ленинского района и Московской области. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.